Всем привет! Меня зовут Макс Васильев, и я преподаватель в школе DrumStars. Сегодня мы с вами поговорим о линейных заполнениях. Многим из вас знаком паттерн 2 через 2. Предлагаю разобрать сбивку на его основе. Чтобы наша сбивка зазвучала, аппликатура будет следующая. Первый удар у нас приходится в том. Далее два удара в бас-барабан. Правая рука – белл, левая – малый барабан. Два удара в бас-барабан. Далее, правая рука – напольный том, левая – открытый хай-хэт. Два удара в бас-барабан. И, наконец, правая рука – напольный том. Левая – малый барабан. Давайте сыграем эту сбивку медленно. Этим примером я хотел показать, что даже такая банальная сбивка, как 2 через 2, может зазвучать вкусно, если вы, допустим, уберете оттуда один удар, либо оставшиеся удары вынесете там, на райт, либо на открытый хэт, и все зазвучит.